Мы видим, как черепаха пригрелась на солнышке. Интересно, хочет ли она искупаться? Как вы думаете? Лезет какой-то человек. Опа! Поплыла. Вот мы видим, как черепаха плывет в озере, разгребает лапами водную гладь и открывает купальный сезон. Пляжный сезон начался, тепло наступило. Из воды вылазит еще одна черепашка поменьше. Смотрите, вон она в воде, только голова видна. Вот одна, вот вторая черепахи. Небольшие, наверное, это дети. Вот той большой черепахи. Вот я уже потихонечку спустилась, иду по краю берега, прямо возле кромки воды, пытаюсь подобраться тихонечко к этой черепахе. Сейчас посмотрим, насколько близко она меня к себе подпустит. О! Вон виднеется ее голова. Она вынырнула. Смотрите. Довольно быстро плавает, между прочим. Совсем даже не по черепашье. Медленно, как мы привыкли говорить. А в воде очень даже бодро, живо и весело. Уже довольно далеко отплыла. Сказать, на середине озера, смотрите. Вот такие дикие черепахи.